Моему доверителю Закирову предъявлено обвинение о причастности его к 148 эпизодам совершения хищения товара материальных ценностей, с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище, организованной группой в особо крупном размере в период времени с 27 мая 2011 года по 15 марта 2012 года. То есть совершение преступления, предусмотренного статьей 158 части 4 пунктами А и Б. Кроме того, Закирову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, создание устойчивых связей между различными самостоятельными действующими организованными группами, раздела сферы преступного влияния на участников организованных групп, участие в собрании организаторов, руководителей, лидеров и иных представителей организованных групп, предусмотренных статьей 201 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обстоятельствами, подлежащими доказыванию, являются как само событие преступления, время, способы, обстоятельства его совершения и другие существенные обстоятельства, которым применительно к данному преступлению относятся способы изъятия продукции из общей системы производства, его фасовка, подготовка обвиняемого и обвинительного заключения в отношении Закирова и других участников, допущенные существенные нарушения, обстоятельства совершения преступления не указаны.